Мобільний телефон заборонений режимом, але де-факто він є у кожній камері лук'янівського СІЗО. Це і був наш ключ. Протягом 6 місяців, кожної ночі, вдома, з телефоном у руці я знайомився та схиляв на свій бік в'язнів з усіх куточків тюрми. Комусь допомагав із правознавством, до когось приходив на суди і тиснув руки. У кого не було родичів на волі, передавав сигарки та продукти. Регулярно поповнював рахунки їх телефонів. І вже за місяць я знав у лук'янівці все та всіх. І знав, кому з них можна довірити найважливіше завдання. Володя, ви оператор-постановщик фільму Костянтина Усова «Лук'яновка, тюрьма номер 1». Часто приходится слышать от операторов, что, мол, на монтаже журналист снятый материал испортил, взял не то, взял не так и так далее. Вы наверняка видели фильм. Какие у вас общие впечатления от этой работы? Ну, над этим фильмом Константин работал полгода. Я присоединился к нему в последний месяц, когда уже нужна была операторская работа. Когда он там уже наладил все связи, достал все видео, которое я хотел из камер. Вот. Ну и основное там желание было Константина, чтобы я участвовал в процессе монтажа. Так что большую часть монтажа я просидел в монтажке, смотрел. Изначально рыба была на 1:20, где-то 1:30. Нам пришлось около 40-50 минут выбрасывать. Было, конечно, это все жалко, но оно ясно, что смотрибельно там те же 45 минут. На удивление они пролетели нормально. Обычно сюжет там 3, если это расследование, там сюжет есть 8-15 минут. Это сложновато для зрителя, но тут было 45 минут, и я не слышал, что там было затянуто или что-то было лишнее. Тогда расскажите более подробно вот об этом месяце, когда вы были еще в съемочном периоде вместе с Костей. Какая задача была поставлена вам, автором фильма? Как она звучала? Ну, основное, конечно, видео там шло из камер. То, что раньше не было такое показано. Изначально СИЗО дало нам понять, что мы туда никак не попадем, ни с любыми запросами, ни с чем. Ну, нам пришлось искать какой-то выход. Оскільки на дворі пізній вечір, тюрма вже на зв'язку. Я передал телефон, я передал зарядку, и внутри телефона карточка, на которую я положил деньги. Интернет настроен, все настроено. Если ты ее получаешь, ты в ту же секунду можешь начинать снимать и отправлять. Пока. За передачу кожного телефону потрібно платити. Начальство СІЗО свідомо допускає, щоб мобільний зв'язок та інші заборонені речі та послуги потрапляли у камери, бо це великий бізнес. Ми облазили всі криші вокруг, всі дома, весь забор, ми брали штатив, піднімали штатив через забор, пытались понять хоть что-то, увидеть, что там творится за забором. А были истории, когда вы поднимали штатив, лазили на крышу, ведь наверняка вы привлекали какое-то внимание. На удивление, все спокойно, никто не выходил. Когда обычно какой-нибудь магазин на улице снимаешь, выбегает охрана и кричит, нельзя. Но тут все спокойно было. Был кадр, например, мы на крыше снимали кадр, когда светлое время суток превращается в ночь. Это кадр секунд 8, мы на этот кадр потратили, ну, часов 7. Мы пока нашли это здание, договорились, как туда пробраться, договорились с работниками ЖК, чтобы нам открыли. Мы туда поднялись, разместили камеру, установили на штатив, все зажали, ну и несколько часов это прописывается в видео. Соответственно, соседних домов увидели, что мы там что-то делаем, вызвали милицию, мы успели пообщаться с милицией, написали объяснитель, что мы тут делаем, милиция нам пожелала продолжать в том же духе работать, ну и пошла брать у них объяснение. А были какие-то работники ЖЭК, еще кто-то, кто чинил вам какие-то козни и не хотел вам помочь, посотрудничать? Соседнее здание, общежитие МВД. Мы тихонечко туда пробрались, бегом наверх, посмотреть, откуда там с окна. Зашли просто в общежитие МВД, это же невозможно. Просто ну, дверь открыта, мы тогда без камеры были, мы смотрели, откуда, ну, можно хорошо простреливается СИЗО. Пошли бегом наверх, она за нами. Мы-то молодые, резвые, через 3 ступеньки, начали на каждую ступеньку. Поднялись наверх, посмотрели, ну, так, не очень картинка, назад. Спускаемся назад, она закрыла дверь. Ну, и говорит, кто такие, я вызываю милицию, что такое. Ну, мы рассказали, что вот хотим показать правду. Через время так подумал, говорит, ну, конечно, я на вашей стороне, но все равно нехорошо так делать. Ну, нашли общий язык. Скажите, есть ли в фильме постановочные эпизоды? Ну, постановочного ничего такого, кроме там синхронов бывших заключенных. Где снимали, кстати, эти синхроны? Ну, Константин долго искал место.
музей гетьманства на Подоле. Ну, все-таки я конкретизирую, потому что два эпизода, ну, лично у меня вызывают вот интерес. Первый эпизод – это встреча со старшим офицером СИЗО возле станции метро Лукьяновская. У них отбили телефон где-то 3 недели назад. Да, он стонет, потому что он жене позвонить не может, там, родственникам позвонить не может. Вот я уже один раз передавал, да, но как бы не сохранили. Если я сейчас передам, он через сколько зайдет? Ну, 2 дня надо, в среду будет. Хорошо. В среду будет у него. Окей, смотри. Он попроще, чем тот, потому что мне уже надоело... Суни Ерексон, ну? Мне уже надоело их покупать. Це перший випадок, коли хабарництво з боку працівника СІЗО зафіксовано у таких подробицях. В среду будет. Я понял. Хорошо. Сколько с меня? Как договаривались. 100, 200, 300, 400. Правильно? Да, правильно. Наглядач прокоутнув хабар і готовий далі продовжувати робити бізнес на безпорадності в'язнів. Там есть такой микромомент, когда мы видим, что пешеходы видят оператора, сидящего в машине с камерой и снимающего. Одновременно складывается впечатление, что сам старший офицер, который, в общем-то, уже вступил на скользкий путь и, так сказать, рискует своей репутацией и вообще всем остальным, да, он ничего не видит. Возможно ли это? Как это вообще получилось? К сожалению, этот момент снимал не я. Вот. Ну, у Константина был разговор по этому поводу в прокуратуре, он там все объяснял. Ну, вы знаете, как этот эпизод был снят? И почему пешеход засек оператора? Я не знаю, смотрел ли он в камеру или куда-то пешеход смотрел. Этот момент снимал не я. А на монтаже, так как у Константина было договорено, что он не светит этого человека, сразу же было замазано, размыто это лицо. И на исходниках у нас не оставалось. У нас сразу было уже на монтаже с размытым лицом. И вторая сцена – это встреча Кости с Петром Березовским и еще одним человеком в кафе. Ну, он как Домбровский, да? Он что, честно зарабатывает деньги? Каждый вас свой. Сколько? 47 человек. И он закинул. Ну да, но все равно я со своей стороны боролся как мог. Вот это нечестно, если он закинул 40 человек, потом закинул таких бизнесменов, а потом, чтобы перевести. Ну, представляешь, какие суммы там? Расскажите, как это было сделано, где вы находились и как все было вообще организовано? Там ряд столиков, я зашел заранее, там сел чуть подаль. Ну, это сложные съемки, у нас маленькая камера, мы ее заворачивали в шапочку, приходилось ее там скрывать и от официантов, чтобы не было лишних вопросов, и от нашего героя, так сказать. Так что, ну, там тоже. Но был момент, когда вы полезли прямо под стол с этой шапочкой. Ну, мне приходилось снимать там, получается, несколько рядов столов. Вот я из-под стола там смотрю, если тут рядом какой-то официант, я не могу стоять, чтобы официант не начал спрашивать, что тут за съемки. Мне приходилось под столом лежать. Я сидел от них, ну, метрах в 5, наверное. Там темно было, там что основное, там надо было звук записать. А Костя вас как-то инструктировал, как сделать, как вести себя так, чтобы на вас действительно не обращали внимания в то время, как вы снимаете? За 16 лет работы я уже научился делать каменное лицо и снимать. А что кроме каменного лица нужно сделать, чтобы это получилось успешно? Просто заниматься какими-то своими делами, сидеть в мобильном телефоне, там, читать меню. Я там 7 раз перечитал меню, 8 чашек кофе там выпил там, за все там, время съемок таких. Ага, понятно. Расскажите, пожалуйста, еще поподробнее, какая техника вами использовалась на съемках, когда вы снимали на крыше и вот при съемках таких скрытых? Ну, скрытые съемки у нас вообще-то запрещены. Так что можем сказать, что это были не скрытые съемки. Хорошо, не скрыть. Да. Но тем не менее, какая аппаратура? Да, у нас... Какие особенности технические? У нас Sony Z7, неплохая такая камера. Это в основном весь фильм снимался на ней. И для съема таких, когда не очень хочется, чтобы было заметно. У нас есть маленькая камера, небольшая Sony, тоже HD качество. Тут мы решили, у нас... вещание вообще SD, но мы решили для интернета сделать в хорошем качестве, и фильм был в HD. Вот. Ну, маленькая камера, чтобы можно было там незаметно вложить там шапочку. Те же съемки, когда мы снимали
передачи в СИЗО, когда передают продукты питания, мы снимали тоже маленькой шапочкой, маленькой камерой, спрятанной в шапочку. Там есть кадры, когда принимает передачи женщина, и она выбрасывает назад сигареты, выбрасывает сметану назад. По их там правилам сигареты должны быть распакованы и все остальное. К сожалению, не попало в кадр, когда мужчина после этого берет, кладет деньги туда и просовывает назад. И сразу же она это все спокойно принимает. А принимали ли вы какое-то участие в передаче телефонов и вообще в другой работе, которая не была связана с вашими прямыми операторскими обязанностями? Мы подстраховывали, когда шел разговор Константина с показом видео работнику СИЗО. Мы были на подготове, мы были рядышком, нас было там около 5 человек. Напомните, просто... когда это происходило? Когда он показывал видео на ноутбуке. Кафе. Да, в кафе. Мы были рядышком, потому что это, он был как загнанный зверь, и неизвестно было, что он предпримет. Вы ставили канал в известность, что вы занимаетесь вот такой вот работой, может быть, всякое? Ставили руководство в известность? В основном руководство уже под конец, ближе к выходу фильма, понял, куда оно попало, можно так сказать. Какие последствия для вас имела работа над этим фильмом? Прежде всего, имею в виду, были какие-то допросы, вами заинтересовались органы? Нет, мной никто не интересовался, никуда не вызывали, никуда не звонили. Ну, в случае, если заинтересуются, как вы будете действовать? Ну, проинструктируюсь с нашим юристом и с открытой душой буду сотрудничать с органами. Угу. Знаете, может быть, вам известно, что после того, как фильм вышел, его все увидели, интернет наполнился не только восторженными отзывами, но и критикой. В частности, говорят о том, что авторы фильма, в общем-то, кинули на доверие людей, которые на сегодняшний момент находятся в Лукьяновском СИЗО. То есть вы своей работой, хотели вы этого или нет, вы подставили под удар и без того беззащитных людей. Что вы лично об этом думаете? Ну, таких отзывов очень мало, в основном хвалебные и все остальное. Но я не считаю, что мы их там кинули, они понимали, на что они шли. Они знали, что будет там давление на них потом. Да, я понимаю, что у них там будет сложнее там, с мобильной связью и со всем остальным. Но я надеюсь, что после этого фильма у них будет к ним будет более по-человеческому относиться. Вот сколько я времени там провел вокруг СИЗО, когда я увидел эти первые кадры, я был в шоке. За 16 лет я многого поснимал. Ну, я догадался, что там, конечно, не курорт, но не до такой степени. Но я считаю, что все равно нельзя скрывать, чем больше мы открываем миру глаза на правду, тем легче. А сидеть-то я там читал все эти отзывы, когда говорят, зачем вы это, вот у нас хорошо, вот есть там плохие СИЗО, это нормальное СИЗО было, тут и то, и то. Зачем вы это делали? Тут хотя бы не пристегивают их наручниками и галоша на сквозняке. Володя, вы не просто оператор, и не только оператор, вы гражданин, да, живете в Украине, здесь родились и, наверное, здесь хотели бы жить и дальше. Какой след вообще для вас оставила вот работа, опыт работы над этим фильмом? Вот вы верите в то, что в Украине что-то может быть по-другому? Или на самом деле вы просто еще больше погрузились в то, чем является наша страна сегодня, и ничего кроме депрессии, отчаяния и какого-то такого угнетенного состояния у вас не остается на самом деле, если так честно говорить? Да, я гражданин, и мне не хочется выезжать из этой страны. Мне хочется перестроить эту страну. Я верю, что когда-то она зацветет, когда-то у нас будет все хорошо. Я надеюсь, что такие фильмы, как маленький кирпичик за кирпичиком, будет строить наше правовое государство. У нас будет все хорошо, я верю.